Всем привет, ребята! Сегодня будет видео в стиле Wednesday. Сначала я открою посылку с AliExpress. Там будет что-то интересное. Это пришла часть моего заказа. Давайте откроем и посмотрим. В этом пакетике будет точная одежда. Это футболка с логотипом Академии Nevermore, в которой училась Wednesday. Интересно, подойдет она мне или нет? У нее черные рукава и вот такой логотип Nevermore. Сейчас я ее примерю и покажу вам, как она на мне смотрится. Вот такая свободная футболочка. Давайте теперь откроем маленькие пакетики. Это наклейки в стиле Wednesday. Здесь тоже стикеры. Это Wednesday Addams из старого фильма. Ой, а это Enid и Wednesday. И еще другие наклейки. Давайте посмотрим на другой набор. Это тоже Wednesday из старого фильма. А вот Лариса Уимс и логотип Академии Nevermore. Разные наклейки с Дженной Ортегой. Еще один логотип. О, а это вещь. Вот этот набор мне нравится больше. Для всех этих наклеек я заранее подготовила стикер-пак. На нем изображена Wednesday с вещью. Стикер-пак я сделала из плотного белого картона. А внутри него есть пакетики, в которые мы будем класть стикеры. Они держатся на двустороннем скотче. Давайте разложим в него наклейки. На этой страничке будет все связано с новым сериалом Wednesday. Ссылку на эти стикеры я также оставлю в описании под видео. Теперь все наклейки с Wednesday будут храниться у меня здесь. Также я сделала вот такой блокнот. Я склеила листы, которые остались в прошлый раз от альбома, когда мы делали вот такой ежедневник. И сейчас покажу, как их склеивала.
забудьте, когда склеите листы, дать им высохнуть примерно 30 минут. Они будут хорошо держаться и получатся как настоящий блокнот. Обложку я сделала из картона и вклеила страницы с помощью клея ПВА. Сверху обычная черная бумага. А надпись я сделала при помощи белого карандаша и гелевой белой ручки. И сейчас мы блокнот вместе с вами доделаем. Заранее я вырезала круглое отверстие. Вклеиваем кусок прозрачного пластика от упаковки. А на первую страницу мы вклеиваем вот такое окно из комнаты Венсдей и Энит. Теперь в этом окошке еще одно окно. Получился вот такой классный блокнот своими руками. На этом окне можно писать белыми маркерами. И на первой странице можно подписать, кому принадлежит блокнот. Теперь откроем следующий сюрприз. Это Wednesday Doll. Ой, какая милая куколка! Но у нее очень сердитый взгляд. Это же ее образы. Давайте их вырежем и примерим на куколку. Вырезаю второй наряд. И последний костюм. Ну а теперь давайте все примерять. Куколку я решила хранить в этом блокноте. Сейчас мы заламинируем страницу и вклеим ее одежду. А вот так выглядит ее первый образ. Ламинируем скотчем. Стараемся очень аккуратно, без складок. И вклеиваем. Давайте примерим вот это платье. Одежда держится на маленьких кусочках двустороннего скотча. Чтобы она могла легко отклеиться. Теперь посмотрим, как она будет смотреться в форме. О, ей очень идет. И последний. Вклеиваем Wednesday. Также, ребята, я начала делать домик Венсты и Энит, но не успеваю доделать, потому что в школе много уроков. Пока у меня только вот что получилось. Здесь я планирую сделать еще очень много разных сюрпризов. Мебель, аксессуары, одежду. Но для этого надо еще нарисовать фон, полы и стены. Справа будет комната Венсты, а слева комната Энит. Кстати, возможно, эта куколка будет в этой комнате жить.
Кстати, я жду еще одну посылочку с AliExpress. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока!